Сегодня в силу вступили новые правила проезда перекрестков с круговым движением. В ПДД внесли новый пункт под номером 13.11. Отныне при въезде на кольцевую дорогу, отмеченную соответствующим знаком, приоритет получают водители, двигающиеся по кругу. Однако жители Якутска это нововведение не коснется. До этого в России не было единой схемы движения по кругу, и в каждом регионе власти могли регулировать движение с помощью знаков приоритета. И в столице республики знаки приоритета изначально были установлены. Вместе с тем, если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями. На территории города Якутска мы не почувствуем, поскольку везде установлены вот эти дорожные знаки 4.3 в сочетании с 2.4 и с 2.5. Уступи дороги и движение без остановки запрещено. В любом случае у нас в городе Якутске круговое движение главное.